Динамо ГТС Ставрополь. В воротах номер 16 Александр Афанасьев. Номер 10 Евгений Касьянов. Главный тренер команды Дмитрий Петренко. Сегодняшнюю встречу обслуживает судейская бригада в составе. Главный арбитр Максим Шутов, региональная категория, город Новочеркасск. Ему помогают Павел Егоров, региональная категория, город Ростов-на-Дону. Артур Теракьянц, первая категория, город... Yeah.
Ваши комментарии к игре первому-второму тайму, будьте добры. Ну, я думаю, счет объективен все-таки по игре. Я думаю, что мы были сильнее сегодня, когда сходили во многих компонентах торпеда. Достаточно сказать, что у нас какой-то момент там голевых мы создали в первом тайме. Там головой сколько пробивали, мяч по линии там летал. Как бы понятно, что качество пули не позволяет играть в комбинационный футбол. Ну, то, что я требую от своих футболистов, самоотдача, желание, неуступчивость в борьбе на таких полях, они сегодня все это продемонстрировали. Желание победить было очень огромное. Поэтому, я думаю, есть результат. Я считаю, что на сегодняшний день мы были объективно сильнее. А вам не показалось, что игра в конце матча была немного испорчена? Ну, красота футбола, может быть, как-то потерялась. Ну, может быть, потому что как бы всем нужен был результат. Мы вели 1-0, мы цеплялись именно за эту победу. Может, немножко в ущерб качеству игры какой-то. Внешней эффектности, но нам самое главное нужна была победа, потому что мы два матча к ряду сыграли мячи, хотя имели преимущество и в Майнкопе, и с Афипсом такая была равная, в принципе, игра могли победить, могли проиграть, но нам нужна победа, потому что у нас и побед всего было 4, маловато, поэтому очень важен для нас был прежде всего сегодня результат, поэтому может быть и за счет в концовке, естественно, какая там красота, там напряжение внутреннее, как бы самое главное, что есть результат. И желание команды было сегодня победить от всех до одного. Поэтому сегодня и так все и сложилось. Спасибо большое. Спасибо. Ну, как мы и предполагали, игра получилась довольно-таки напряженной. Можно сказать, что практически все матчи Пульки идут до гола. Потому что настолько плотная игра на каждом участке поля, настолько много борьбы, что, может быть, игра в связи с этим не выглядит такой зрелищной, как хотелось бы. Но это заслуга обеих команд, потому что реально идет борьба за каждый метр футбольного поля. Все играют в прием, не дают ни работать с мячом, ни времени поднять голову. Ну, это уже футбол хорошего, я считаю, уровня, когда в таких условиях. И те люди, которые еще в этих условиях находят моменты, как сейчас Сердюков, да. Отложить, принять мяч штрафной, отложить под удар партнеру. Вот это и есть уровень мастерства. 1-2 касания. Поэтому, конечно, очень досадно. Ну, я думаю, не только мне, всей команде, что при наших болельщиках мы не выиграли и не взяли даже очко, потому что одно очко – это шаг вперед по турнирной таблице, как бы мы ни говорили. Ну, что ж, жизнь на этом не заканчивается. Сейчас будем посмотрим на дальнейшее наше состояние завтра, как мы сыграли, где мы что-то недоработали. Потому что моменты у нас тоже были в самом начале игры. Поэтому игра могла по-всякому сложиться. Ну, повезло больше, я считаю, сильнейшему Динамо. Потому что побеждать в любом случае сильнейший.
Дмитрий Александрович, а как вы считаете, чего не хватило вашей команде сегодня, чтобы хотя бы взять одну очко, допустим? Хотя бы чего? Ну, на мой взгляд, немножко не хватило исполнительского мастерства, потому что, ну, когда с метра Вовт, Колокарев, там, Драмп, у Михеева моменты, мы не реализовываем очень хорошие моменты, когда находим их, когда команда работает, вся рожает этот момент. И в завершающей стадии все-таки у нас есть и проблемки. А вам бы хотелось... Удача у нас, в принципе, была где-то на нашей стороне. Предыдущие игры, когда мы на последней минуте выигрывали, дома Кравченко забивал в Назрани два неимоверных гола Путилина и Дрампа. Поэтому где-то сегодня, может быть, от нас и удача отвернулась, но это, я считаю, только наша вина. Потому что дали себе слабинку, не стали, может быть, с таким остервенением работать на тренировочных занятиях. Это психология, очень сложно здесь в голову лезть каждому футболисту. Забраться на верхнюю точку, строчку турнирной таблицы довольно-таки нелегко, но возможно. Самое главное, при любой игре, находясь на верхней строчке турнирной таблицы, брать очки. Если это ребята начнут понимать, при любой игре, плохой, очень плохой или ужасный, но брать очки, тогда это дорогого стоит. Сегодня у нас не хватило мастерства, желания и терпения. Потому что при той ситуации, когда мы пропустили, надо было терпеть, прибавить и в завершающей стадии сыграть мастеровито, чтобы решить хотя бы исход матча, довести до ничейного. Поэтому все, я считаю, только в наших руках и ногах. Ну, естественно, мы играем так, как позволяет соперник, и как мы ему позволяем. Сегодня команда Ставрополь показала, что есть игроки хорошего довольно-таки уровня для второй лиги, для Пульки. Поэтому, ну что можно сказать, будем готовиться к следующей игре и поедем в Ставрополь тоже через буквально несколько там какой-то промежуток времени. Будем там пытаться забрать то, что мы здесь не добрали. Спасибо большое. А когда строй вернутся травмированные футболисты? Мендель, Малыш? Малыш, наверное... В этом году уже нет, потому что никак что-то у него не пойдет. Мендель 3 недели, пауза должна быть, надрыв задней поверхности бедра. Поэтому и не играет сейчас. Но суть такая, что настал шестой где-то тур, начиная было 3 игры у нас до финальной пульки, сейчас уже, по-моему, 3-я игра. Вот уже приходит время, когда команды начинают играть в футбол. А тут у нас немножко как бы в игровом плане мы видим, есть проблемы. Поэтому тут уже надо не только бегать, не только бороться, а в завершающей стадии, ну как и всегда, в принципе, уже побольше трава выросла, побольше исполнительского мастерства, побольше игрового мышления футболисты должны проявлять. Гореть на поле. Ну, что у нас сегодня было, в меньшей степени, чем в предыдущих играх, к сожалению, к моему. И поэтому все-таки в совокупности, я считаю, Динамо победил заслуженно.